Чем отличается лев от проститутки? Чем? Хуем, блядь. Пиздами, блядь. Какими пиздами? А чем отличаешься ты от проститутки? А? Человеком, блядь. Каким человеком? Тебя подозревают в наркомании? Нет. Почему? Откуда я знаю, блядь? Чё ты знаешь? Что ты знаешь? Откуда я знаю, почему меня наркоман подозревают? Ты же сказала, что не подозревают. Подозревают. Кто подозревает? Откуда я знаю? Ты не знаешь, кто тебя подозревает, но знаешь, что они тебя подозревают, да? Удали, давай заново. Давай. Давай все заново начали. Что заново делать? Что спрашивать? Вопрос задавай. Чем отличается лев от проститутки? Блядь, откуда я знаю? А зачем ты сказала давай заново? Ну откуда я знаю, чем отличается? Ну ты скажи, как ты первый раз отвечала. Да ну давай заново. Давай. Да пусть этот придет, я в них врубилась. Ну давай, чем отличается лев от проститутки? Отвечай. Как ты первый раз отвечала. Да ну херня какая-то. Просто ответь так, как ты ответила первый раз. И что будет? Ну давай, чем отличается лев от проститутки? Откуда я знал? А ты знаешь, что тебя подозревают в наркомании? Блядь, удали, ну нахуй вопрос, дебильный, давай сбрим уже, блядь, третий. Нихуя себе. Ну да, блядь. Ну так чем лев от проститутки-то отличается? Говори. А ты сам знаешь, хоть чем отличается? Ну ты сперва ответь, а потом я скажу тебе правильный вариант. Чем отличается лев от проститутки? Проститутка человек, а лев животное. А жираф? И жираф животное. Что за жираф? Не знаю. Ладно. Скажи пока.